Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Файф и новая рубрика на канале, посвященная чемпионату Европы 2016 во Франции. Как я уже говорил, будет она сыграна в двух играх, про Evolution Soccer 6 и про Evolution Soccer 16. Основная разница то, что здесь у нас нет некоторых сборных, а в частности нет сборной Албании, вместо нее сборная Шотландии. У нас все нормально. А в этой группе нет сборной Исландии. Вместо нее я хотел поставить сборную Сербии и Черногории. И она именно здесь представлена. Не Черногория, не Сербия отдельно. А именно это. И я решил поставить вместо нее сильную сборную Нидерландов. По крайней мере, здесь она именно такой является. Могу даже продемонстрировать состав сборной России. Да, здесь я смоделированный. Точнее, два игрока смоделированных. Уэльс, сборная Украины. Тимощук, Хусев, Лусин. Опер. Но это видно, какая-то ошибка. А, понятно, у них там сильнейшая сборная с Блохином, Билановым, Артем Милевский. Сборная Польши. Сборная Испании. Сборная Чехии, Павел Надвид. Сборная Турции. Сборная Хорватии, имеется Олич. У них тоже специфическая сборная. Дадо Пршо, это Дадо Пкро. Сборная Нидерландов. Соответственно, нет здесь Эдена Фазаров и прочих. Зато есть Ван Бютен, Ван Дам, Ван Дер Хейден, Ван Ден Борен. Сборная Италии, Тотти, Тони, Джилардино, Дель Пьеро, Тачинарди. Сборная Ирландии, сборная Швеции с Ибрагимовичем и Ларс. Сборная Португалии с Кварежмой, Криштиану Роналду. Нидерланды, Ван дер Сар, Ойер, Матейсон, Хейтинга, Ван Бронкос, Ван Боммель, Снейдер, Каку, Ван Перси, Робер, Ван Нистелрой, Давидс, Блахрус, Брабер, Джеллиенс, Кромкамп, Деклер, Мадуром, Ланзат, Вандервард, Кьюит, Бабель и Венегров, Хесселинг. Сборная Австрии, сборная Венгрии, сборная Франции. Все вот такое примерно. А у нас следующий матч против сборной Словакии. Играть будем по такой тактике. Вот Жирков. Вместо него, да, играет у нас Марат Измайлов. Хотя, честно, я бы вот... Давайте вот так сыграем. И сборная Словакии. Матча, но это все не интересно. Тупость джойстика немножко сказывается. Еременко, ну да, сгенерированный футболист сборной России Роман Еременко. Камиль Чентафальский, хорошо знакомый российским болельщикам по играм за питерский Зенит. И выбивает. Нам, несомненно, нужна победа в сегодняшнем матче. И Марат Измайлов.
не точно. Тут такой момент сложный был. Поэтому удар-то не получился. Марин Хат. Этот тоже в России успел попылить. И Чинтофальский забирает этот удар. А тут мог быть угловой, но хорошо, хорошо действует Камиль на ленточке. И капитан сборной России Сергей Симак действует неудачно и отдает мяч полузащите сборной Словакии. Витя Будянский, ну где-то запыливший, и даже не знаю, где он сейчас точно играет. Андреа Шави на левом фланге. Запыливший, приезжавший, пробующий свои силы Витя Будянский. Где он? Неизвестно. Мяч пускаем. 16-17 минута, мы пока не забили. Ну и нам пока не забили. Камил Центофальский с мячом выбивает. Тут Березуцкий, Симак. Ох, хорош гол. На противоходе. Вот такой я красавец. Один-ноль сборная России повела. Ну, несомненно, нужно развивать успех и забивать еще как минимум один или два. Потому что все прекрасно знают, что футбол такая игра, где можно выигрывать, а потом нелепо пропустить. И 2-0. Уже дубль дела. Да, кто-то посмотрит игру, скажет, все ты делаешь. Моделированный футболист, в настоящем такого нету, но на то и мой турнир, так сказать, мною созданный. Я думал в FIFA что-то аналогичное сделать, но там заморочено, поэтому нет. А в Pro Evolution Soccer 16 есть все сборные, поэтому там, соответственно, составы сборных будут соответствовать полностью. Ох, сейчас Словакия может, но не точно. Холм какой-то бьет, не знаю, кто это. Что за клуб? Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий. Марат Измайлов не точен. Володя Быстров зря, наверное, я не доверил. И Симак не точен. Что-то сегодня наши парни. Не точны. Словакия что-то пытается, но мы их из-под прессинга не впускаем даже за середину поля. Хорош Чинтофальский. И Измайлов пошел подавать. Неплохо действует защита сборной Словакии. Рома Еременко с мячом. Измайлов пасует на меня. И не рискует Чинтофальский брать мяч в руки. Выбивает его кулаками подальше. Тут ничего не было. Якинфеев с мячом. Василий Березуцкий. Марат Измайлов. И штрафной будет. И может быть даже желтый. Ох, а у меня
Вроде стою. То, что так-то подозрительно. Ну, не то, о чем я. Словакии. Два ноль после первого тайма, и наш Авин тоже, видите, в каком-то этом. Второй тайм, ну, словаков, а, да, играю я на главном игроке, или как тут называется, после игры покажу. Марат Измайлов. Эх. Нужно посмотреть, как сыграла сборная Украины с Блохиным и всеми остальными. Кенфеев хорош. Вот видите. Вот он. Такой косячок. В исполнении провалишь высокий вратарь, отобрал мяч и тут же его отпускает и начинает бежать. Вот когда играл за ЦСКА здесь карьеру, столько голов я пропускал из-за этого вот бага. Самое главное, никак нельзя от него избавиться. Сколько не играл, этот баг был всегда. Ах, жаль, ну там я навешивал, но навес не прошел. И тут что у нас? Я так понимаю, все, удар от ворот, ну да. Можно будет попозже парочку замен сделать. Ну, Словакия. Сейчас желтая не будет. Желтая, желтая. Алексей Березуцкому. Ну да, не успевал Березуцкий. И пришлось мне свалить. Аршавин, ну как-то не особо сегодня заметен Андрей Аршавин, а у меня офсайд. Сборная России атакует. Да ё-моё, да шо ж такой мяч не дошел. Смогли 0-3 повести и еще и голевую бы отдал. Но пока не получилось. Аршавин потерял мяч. И давайте, наверное, поменяем парочку ребят. Вместо Еременко выпустим Загоева, вместо Аршавина Белединова. Это что еще выпустим? Три замены, да. Не дай бог травм, все такое, ну. Жаль. Жаль, что не успел там на дальней штанге Марат Измайлов. И Сычев. И как вытащил Чентафальски. Супер сейф. Хорошо действует на голкипер сборной Словакии. Никаких претензий нет, мне кажется, ни по одному голу. Здесь ударчик мощный, но Небелединов мячик теряет. Симак борется. Ай, мяч за боковой. Симак, Сычев. Непонятно, куда пасует Сычев. И сборная Словакии пытается развить свою атаку. Холм. Загоев, Сычев. Ну что, побежали в атаку. Подустал, наверное. Можно было поменять, но
принципе, 2-0. Дзагоев в отборе. В отборе Андрей Алан. И хороший Игорь. Но вот сейчас не выбрасывает мяч. Динерчик на левом фланге. Пошел. Симак. Мяч потеряли. Буденский тут пытался в дриблинг в отбор вступить, но не получилось. Сычев бежать, бежать, Дима. Дима подать. Ох, а это сейчас было бы очень круто. Падение через себя. Да, сборная Словакии идет в атаку. Здесь будет сейчас Хнашевич, Мукалу. И блестящий отбор. Пас на Сычева. Сычев, ну, тут просто сработал то, что я отбирал. Кнопку удара нажал. Поэтому так калично получился момент. А Сычев что-то как-то тоже неубедительный выход на замену. Симак. Алан. И пошли за третьим голом. Да, пойдешь тут. Да, было супер, не забили. Чуть-чуть не докрутил. Три замены сразу делает тренер сборной Словакии. Ну, честно, уже я не знаю, 0-3, ой, 0-2 на последней минуте. 3-0. Не зря я говорился про 0-3. Сборная России забивает третий мяч в ворота сборной Словакии. И таким образом, ну, как мне кажется, возглавляем группу. Не знаю, как сыграла, конечно, там Англия. Последние минутки уже. Может, Словакия сейчас соорудит что-то. Но нет. Судья свистит, и все. Финальный свисток. Да, 3 гола забил я. Если бы типа не я, ничего бы этого не было. Но тем не менее. Ударов нанесли много. 14-8 створ. И показывает, что играл я на сложном уровне. Пожалуйста, главный игрок. Любитель, новичок, любитель, обычный профессионал, главный игрок. Вот. Так, давайте посмотрим. Франция, Румыния, Украина. 3-1 обыграла Северную Ирландию. Нидерланды, да, 5-0 в Венгрии. Голы. Ну, у меня 3. Зидан, Генри, Бекхэм, Ван Перси. Муту, Кочеш, Сендерс, Воги, Джерард. Сами себе видите, голевые пасы Джерард. Так получился первый матч. Вот так и получился первый матч группового этапа чемпионата Европы. Футбол во Франции. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки. С вами был Андрей Файв. Пока-пока.